Джерси – один из самых востребованных видов трикотажа. Из этого вида ткани шьют практически все – от нижнего белья до верхней одежды. Самая же известная область его применения – женская и детская одежда. Благодаря стойкости к окрашиванию, несминаемости, мягкости, джерси покорили все современные стили одежды. И, конечно же, компания «Доходные материалы» не могла обойти эту популярность стороной. И она выпустила свою линейку мужских и женских футболок под сублимацию из ткани джерси. Их самое удивительное свойство – они на ощупь очень похожи на хлопок. Но при этом рисунок ложится просто замечательно и остается навсегда. Особенно хороша данная ткань для использования летом. Предлагая эти футболки своим заказчикам, вы сможете удовлетворить самые изысканные запросы на качество и мягкость ткани. Переходите к нам на сайт, ссылка на футболки под сублимацию из ткани джерси будет в описании. Ну а я с вами прощаюсь, встретимся в следующем выпуске. Я себе, кстати, тоже закажу 2 или 3 таких футболки.